Школьникам Якутии вручили гранты главы республики. По 125 тысяч рублей получили лучшие социальные проекты учеников республиканских школ. Награждение прошло сегодня в ходе 9-го республиканского детского гражданского форума «Я юный гражданин». Всего определили 9 номинаций. В том числе победителями в номинации «Я юный вожатый» стала общественная молодежная организация по поддержке молодежи Хатынрынского наслега Намского района. Организация занимается помощью ветеранам, проведением различных благотворительных акций и пропагандой добрых дел. Гражданская активность является одним из приоритетных направлений российского движения школьников. В этой секции мы рассматриваем один из самых главных вопросов – человечность. То есть каждый человек должен способствовать развитию своей личности, а также работать не ради своей выгоды, а чтобы он приносил пользу людям.